Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит, ибо у Тебя прощение, Боже Израиля. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа да будет со всеми вами и со Духом Твоим. Дорогие братья и сестры во Христе, с огромной радостью приветствую вас сегодня на этой нашей Евхаристии. Я с вами, отец Якуб. Община Божьего Милосердия собирается вокруг алтаря Иисусова, чтобы принести хвалу Богу Отцу, слушать Слово Иисуса, питаться Его телом. И все это для того, чтобы жить живой верой и никоим образом не попасть в эту хотя бы минимальную форму лицемерия, о которой Иисус говорит сегодня фарисеям. Лицемерие, которое как закваска может превратить любую духовную жизнь, даже ту, которая уже как-то процветает, может превратить в что-то невозможное. Будем стараться жить искренней нашей верой, так, чтобы наша вера проявлялась в наших поступках. И не было ничего такого в нас, чтобы было лишь только внешней игрой, каким-то показыванием самих себя с лучшей стороны. Приносим на этот алтарь наши молитвы, интенции, все, чем наполнена наша жизнь. Молимся о прекращении кровопролития в Украине также и во всех наших интенциях. И попросим в начале этой мессы прощения за все наши грехи, чтобы мы могли с чистым сердцем совершить это святое таинство. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу, Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, простив нам грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христе, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помолимся. Молим Тебя, Господи, пусть благодать Твоя всегда предваряет нас и сопутствует нам, чтобы мы всегда стремились творить добрые дела. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение послания святого апостола Павла к Ефесянам. Братья, во Христе и мы, сыны Израилевы, сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Слово Божие, благодарение Богу. Блаженный народ, наследующий Господа. Блаженный народ, наследующий Господа. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири.
блажен народ, наследующий Господа. Ибо слово Господне право, все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Блажен народ, наследующий Господа. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе, с небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. Блажен народ, наследующий Господа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами и со Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Луки. Слава Тебе, Господи! В то время, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Иисус начал говорить с первоученикам Своим. «Берегитесь закваски фарисейской, которая ест лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать». Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Да, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария? И ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сие слово Господне. Слава Тебе, Христе! Дорогие братья и сестры во Христе, интереснейшая ситуация, сегодняшнее слово, сегодняшнее Евангелие конкретно, потому что перед нами достаточно парадоксальный момент. Вокруг Иисуса толпа народа, тысячи написано людей, огромная популярность. Можем себе сказать, слово Иисуса мощнейшее, и с другой стороны, знаки, которые делает тоже, пользуются каким-то, явным откликом. И вокруг него есть его апостолы, друзьями, которых их называет. И тут вместо, в той ситуации Иисус начинает готовить тех же самых апостолов, своих друзей, учеников на ситуацию, в которой которых будет совершенно иначе. Никакой толпы народа не будет, ни тысячи людей вокруг, которые поздравляют, которые приветствуют, которые хлопают, которые любят. Этого не будет. Зато будет ситуация такая, как мы читаем, в которых Евангелие, Слово Божие, не будет, как у Иисуса, провозглашено над толпой, только где-то, как видим, по домам, в скрытости. Где-то будет передаваться какими-то путями неформальными, где массово скопления людей, вот этих последователей не будет. Мало того, Иисус готовит своих учеников, апостолов к ситуации, в которой они из-за этого, что они что-то сказали про Него в тайне где-то, что будут бояться передавать, потому что где-то будет, вполне возможно, последует за этим какие-то гонения, какие-то мучения.
Иисус видит в перспективе будущее и говорит: сейчас вам хорошо, но будьте внимательны, потому что в жизни вашей и в жизни последующих поколений, вот моих учеников, не всегда будет так хорошо, как сейчас. Не всегда будет толпа, не всегда будете пользоваться общественной поддержкой, не всегда вам камеру поставят, не всегда вам микрофон подставят, не всегда будут хлопать, не всегда будут вас показывать, не всегда будете на первых страницах во всех журналах. Порой будет так, что вас захотят стереть с лица земли. В буквальном смысле, но и также в переносном. Ваши слова, ваши свидетельства, то, к чему вы следуете, правила вашей жизни, все это захотят стереть. 2000 лет христианства, и мы знаем, что время от времени в той или в другой части земного шара вот эти слова Иисуса на самом деле происходят, где не так, что нельзя публично, откровенно было или можно говорить, но где вера передавалась, как сказать, тайком, в подвале, где-то в каких-то ситуациях неформальных, где само слово «Иисус», а уже какая-то иконка, картинка, слово и молитва были причиной того, что кого-то гнали, кого-то преследовали, а может быть, и кто-то погибал в разных частях мира. Дорогие мои, как ни странно это прозвучит, но если так есть, так было, к сожалению, так и будет. К сожалению, так и будет. Иисус не обещал нам, его ученикам, ну, я не говорю прямо нам, в смысле, но так и будет в будущем. Время от времени будет приходить момент, когда вот на самом деле, вот на самом деле придется веру передавать, может быть, в такой форме неоткровенной, в такой форме скрытой, и придется бояться. Иисус говорит: не бойтесь. Не бойтесь, он понимает, что страх, то, что приверженность будет вызывать у людей страх. Как готовиться к этому? Как жить это? Первым делом в этом тексте появляется, ну, как ни странно, перед этими словами, что не бойтесь, появляется «берегитесь закваски фарисейской», то есть лицемерия. Первым делом поэтому, как кажется мне, правильной подготовкой и жизнью, вот это, есть, что ж, борьба с лицемерием. Борьба за живую веру, так, чтобы жить реально христианством, таким, как и оно мне дается. С Божьим Словом, с таинством, с исповедью, с причастием, с испытанием совести, с реальным, в общем, последованием десятью Божьих заповедей, даже если что на самом деле нас может просто... Но разбить в таких ситуациях – это, конечно, лицемерие. Почему? Потому что сейчас оно может быть выгодное. Кто-то говорит, кто-то как-то одевается, кто-то перекрашивается, кто-то иных заставляет верить в вещи, которых сам не верует. Кто-то себе сам как-то делает кумира самого себя. Понятно, что это хрупкое, что это ничего из этого не будет. Когда придет момент испытания, то из этого ничего не останется. Иисус говорит: будьте внимательны, потому что лицемерие клеится всегда к людям верующим. Он это говорит своим друзьям. Лицемерием не будут грешить грешники. Вы извините. Лицемерием не будут грешить те, которым и так, в общем, наплевать на 10 заповедей. Ну что, ворую, то ворую, живу хотя бы как-нибудь. Живу неверно я, так хожу я. В общем, ну и что? И иду на работу или где-то, и хвастаюсь, сколько раз там, понимаете, лево-право ходил. Мат, не мат, все остальное. Ну просто, ну, грешнику мне лицемерить. Грешник, он живет себе, он откровенно говорит, что я грешник. Мне наплевать на все остальное. Лицемеры, это, как Иисус говорит, друзья мои, будьте внимательны. Лицемерие клеится к тем, кто на самом деле вступил на путь истины, хочет жить по вере. Такое есть дьявольское искушение, чтобы все это превратить в какой-то формализм и показуху, чтобы показаться, чтобы вот как-то, чтобы
Мне больше уважали, что мне считали за кого-то, вот не знаю. И эта речь не только про каких-то священнослужителей, тех, которые являются церковными чиновниками, извините за определение, но также и всех тех, которые в церкви кем-то вот, которые стараются жить верой. Вот этот формализм лицемерия, это первым делом такая борьба должна быть в нас, чтобы... И ни в коем случае не пойти на поводке этого лицемерия, лишь бы формально что-то сделать. Это закваска фарисейская. Первым делом это. Вторая вещь, вторая подготовка, которую Иисус Христос говорит нам, нет ничего сокровенного, которое не открылось бы тайного, чего не узнали бы. Живи ответственности за свое слово. Будь готов пойти за этим словом. Не говори за спиной, не старайся представить себе иначе, чем ты являешься. Будь готов встать до конца за словом, которое ты говоришь. Будь верен слову, которое ты исповедуешь. Так это часто бывает, дорогие, что за нашим словом наша жизнь не идет. Есть какая-то развилочка, и есть наши слова, и даже поучения детей, внуков, соседов, как им жить. Ну, а зато наши слова идут безответственные. Потом еще, что нам может помочь в будущем, чтобы не бояться абсолютной доверия к Богу? Тут Иисус говорит, посмотрите на птенцов, посмотрите, как Бог за ними ухаживает, они вообще ничего не стоят, а Бог с ними занимается. Вот посмотри на мир вокруг себя, не бойся, Бог занимается вот этими птичками, позанимается и тобой, даже если тебе кажется, что Он тебя бросил. То есть развиваем в себе чувство доверия к Богу и такого Божьего промысла, что во всех действиях, которые есть, события в нашей жизни, Он действует, что Он нас не забыл, не бросил, что какое-то событие не, как сказать, выпало из-под его контроля. Еще одна вещь, которая мощная в сегодняшнем чтении. Давайте с первого чтения. Павел Апостол говорит христианам в Эфезе, что у вас есть, вы запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия вашего. Очередная, весьма важная вещь, с которой мы, может быть, должны начать, это быть уверенным в том, что мы носим на себе печать Духа Святого, что всегда в нас действует Он. Раз мы приняли крещение, раз мы живем дарами Духа Святого, Он есть и действует. То есть те ситуации, которых можно было бы бояться, надо нам вспомнить и призывать Духа Святого, чтобы Он своими дарами, особым образом даром мужества, даром разумения чего-то, был и действовал в нас и через нас. Короче, всегда есть кто-то сильнее нас, который в нас действует и через нас. Дорогие, какая бы ни была ситуация, Иисус готовит своих друзей всегда на эту опасность, на этот риск или на ситуации, в которых Его слово, Его учение, пример Его жизни не будут приниматься с радостью многими. Когда христианство, может быть, когда наши взгляды не будут пользоваться какой-то поддержкой со стороны людей. Наоборот, может быть, и придется как-то пострадать на словах, но не дай Бог физическим образом. Но Иисус тут и нас готовит. Вы не одни, Дух Святой воздействует. Бойтесь только лицемерия, бойтесь того, что будете жить двойной жизнью, бойтесь того, что одно будете говорить, другое вот это. Если будет у вас искренность и действие Святого Духа, и молитва, живая вера, тогда ничего вам не может случиться того, чего вы не могли бы с Божьей помощью преодолеть. Аминь. Братья и сестры, Господь Иисус Христос принял на Себя все скорби и грехи мира, скупленные Его Святым Крестом, веряем Ему все наши надежды и нужды. Услышь нас, Господь. Сохрани, Господи, всех чад Своих, укрепи их в вере, надежде и любви. Услышь нас, Господь. Даруй и власть придержащим разумение, дабы они могли вести народы к процветанию и благу. Услышь нас, Господь. Даруй миротворцам узреть плоды их усилий, дабы прекратились в мире распри и войны. Услышь нас, Господь.
Подай тяжело больным и умирающим упование на жизнь вечную в Царстве Небесном. Услышь нас, Господи. Дай силу нам, грешным, бороться с искушениями и своей жизнью свидетельствовать о Твоем спасении. Услышь нас, Господи. Помолимся также во всех наших интенциях, с которыми мы участвуем в Святой Евхаристии, укрепление нашей веры, избавление нас от всякой формы лицемерия, безответственного подхода к нашей вере, об открытости нас на Духа Святого, на мужестве, о мужестве для нас в искреннем и верном исповедании нашей веры. Услышь нас, Господи. Господи Иисусе Христе, внемли молением нашим и подай нам то, о чем с верою просим. Ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Благословен Ты, Господи, Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам хлеб, плод земли и трудов человеческих. Мы приносим его Тебе, чтобы он стал для нас хлебом жизни. Благословен Бог во веки. Через эту тайну воды и вина, да приобщимся к Божеству того, кто ради нас стал человеком. Благословен Ты, Господи, Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам вино, плод лозы и трудов человеческих. Мы приносим его Тебе, чтобы оно стало для нас питьем духовным. Благословен Бог во веки. Прими нас, Господи, стоящих пред Тобой со смиренным духом, сокрушенным сердцем. Да будет эта жертва наша угодна перед Тобой, Господи Боже наш. Омой меня, Господи, от беззакония моего, от греха моего, очисти меня. Братья и сестры, молитесь, дабы наша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук Твоих во хвалу и славу имени Своего, ради блага нашего и всей Церкви Своей Святой. Прими, Господи, наши молитвы и жертвоприношения, и да поможет нам это благочестивое служение достичь небесной славы через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами и со Духом Твоим. Вознесем сердца, возносим ко Господу. Возблагодарим Господа, Бога нашего, достойно это и праведно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно. Нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий, Вечный Боже. Ибо не имея нужды в нашей хвале, Ты даешь нам Твою благодать, чтобы мы могли воздавать благодарение. Восхваляя Тебя, мы не прибавляем Тебе величия, но сами возрастаем ко спасению через Христа нашего Господа. Поэтому в единении с ликами ангельскими и мы Тебя славим в радости исповедуя. Свят, 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 Господь Бог Саваоф, полны небеса и земля славы Твоей, Осанна Вышних. Благословен грядущий во имя Господне, Осанна Вышних. Воистину свят Ты, Господи, источник всякой святости, поэтому просим Тебя освятить и дары излиянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он, добровольно предавая Себя на страдания, взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом, после вечери, взяв чашу и вновь вознося Тебе благодарение, он подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется в отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне». Велика тайна нашей веры. Смерть Твою возвещаем, Господи,
и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, вспоминая о смерти и воскресении Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобой и служить Тебе. Смиренно намолим, чтобы, причащаясь тела и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, сделай ее совершенной в любви вместе с Папой нашим Франциском, епископом нашим Павлом, вспомогательным Николаем и всем духовенством. Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, всех почивших в Твоем милосердии, прими их в свет лица Твоего. Всех нас помилуй, удостой нас участия вечной жизни вместе с Пресвятой Богородицей, Девой Марией, с блаженным Иосифом и его обручником, со святыми апостолами и всеми святыми, от века Тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять Тебя через Сына Твоего, Иисуса Христа. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы называем себя детьми Божьими, воистину ими являемся, поэтому с благодарностью дерзаем взывать. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милости во мир во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, просим Тебя, не взирай на наши грехи, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволи умирить и объединить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь». Мир Господа нашего да будет всегда с вами и со Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Мир всем вам. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир. Вот Иисус Христос, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженны званые на вечерю Агнца. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Когда откроет себе Господь, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
Твоим стопам, о мой Иисусе, я преподаю, приношу Тебе раскаяние своего сокрушенного сердца, погруженного в собственное ничтожество и в Твое святое присутствие. Поклоняюсь Тебе в таинстве Твоей любви, желаю принять Тебя в бедные обители, какую предлагает Тебе мое сердце. В ожидании блаженного момента, когда я приму Тебя в святом причастии, желаю получить Тебя в духе. Приди ко мне, мой Иисусе, чтобы я смог прийти к Тебе. Да воспламенит Твоя любовь все мое существо в жизни и в смерти. Верую в Тебя, надеюсь на Тебя, люблю Тебя. Аминь. Помолимся. Господи, Ты питаешь нас пресвятым телом и кровью Твоего Сына, смиренно взываем к Тебе. Соделай нас причастниками божественного естества. Через Христа Господа нашего. Аминь. Дорогие мои братья и сестры во Христе, всем вам большое спасибо за совместную молитву. Завтра суббота, и святая месса, и венчики, и розарий завтра. Ну, читаем, молимся индивидуально. Просьба, прошу, молитве в интенции встречи катехизаторов, которая завтра в Санкт-Петербурге состоится. Пусть этот момент духовной и такой чисто практической формации приведет к укреплению веры нас всех, и потом через этих катехизаторов пусть эта вера будет передана также всем тем, с кем они, кому они служат. Ну и вот вопрос, из которого сегодняшнее слово нам ставит. Вопрос этой закваски лицемерия, которая может захватить вдруг всю нашу, наше пространство веры. И эта закваска, обратите внимание, лицемерие очень, как некая проказа, зараза передается на других, и все начинают немножко как-то так притворяться. Важно, чтобы мы чувствовали, что где-то она может всегда в нашей жизни появиться. И с другой стороны, через верное как-то действование и жизнь под Духом Святым, чтобы мы всегда выбирали то, чего сам Господь от нас хочет. Господь с вами и со Духом Твоим. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Идите в мире Христовом. Благодарение Богу. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презрим моления наши в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева Преславная и Благословенная, Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас. Аминь.